На сегодняшний день нами установлено, что у Аркадия Масса есть договор водопользования, но договор водопользования подразумевает только пользование водной акватории. Я не имею информации о каких-то разрешительных работах, если мы говорим про этот пирс, но в любом случае проверим. Считаю, что перекрытие доступа к береговой полосе, к пляжу, который исторически был на этом месте незаконный, рекомендовал местной администрации, первое, установить публичный сервитут на дорогу, на доступ к пляжу, и второе, там есть кусочек государственного лесного фонда между этим ДНП и береговой полосой. Я рекомендовал главе администрации обратиться в комитет по природным ресурсам, чтобы взять в аренду этот земельный участок под рекреацию для муниципального пляжа. Я думаю, комитет по природным ресурсам против не будет. И все вместе, публичный сервитут, этот участок земли под муниципальный пляж, я думаю, решат проблему для местных жителей с этим местом. Пляж-то и так маленький. Проблема с пирсом, которую действительно надо как-то решать, потому что он ухудшает экологическую ситуацию. Я с вами согласен абсолютно, но, к сожалению, водная акватория – это федеральная территория, федеральный объект, и любое строительство на воде – это разрешение федеральных органов. Я не имею полномочий, я не имею достоверной информации до конца, но обращение в правоохранительные органы написано, проверка проводится. Я думаю, будут сделаны верные, правильные заключения. Ну и с действиями муниципальных властей все совместно, наверное, решит эту проблему. Я за то, чтобы было место отдыха для людей, которое было исторически, и я против строительства.